Если по трассе не будет напрягать... Не надо вздыхать. Ты тачку никакую не пилишь. Именно в этом месте. Испугался? Кошка, пока. Моя машина, твоя машина. Одно дело делаем. Ты какие-то лайки типа наматываешь. Ну вот как же. Давай, выключай видео. А что за история с капотом, расскажешь? Получилось это буквально 2 дня назад. В общем, получается, ехал в Апатиты, прорвало вот в этом месте. То есть еду, запарило. Ну, сразу это ощутимо, это видно. Остановился, заглушил, смотрю, все в антифризе, все выливается, красная жидкость под машиной. Просто с этого, в этом месте снизу именно просто лопнул шланг. Бывает такое. Сначала там лопнул, потом здесь лопнул. В общем, что, это называется спешка. Позвоню Коле, мне надо было срочно ехать в магазин, в Апатит. Позвоню Коле, ты где? Ну вот, я, говорит, здесь недалеко. Хорошо, приезжай, забирай меня. Я так понимаю, что ремонтировать я в этот день не буду. Это было 6 часов вечера, мне уже опять же было ехать домой. Я думаю, да, я на катом съеду до заправки, до Роснефти, как в Апатит ехать. И, естественно, там машина останется, и пускай она ночует. Все это было в спешке. Здесь телефон, здесь перчатки, здесь грязный, здесь антифриз. Ну что я сделал? Вот так я сделал. Вот так прикрыл, поехал. Вот так и поехал. С салона этого не видно. Ага. Естественно, на 40-50 км капот открылся. Испугался? Да, не первый раз, как бы не испугался. Не первый раз. То есть вот эти сломались штуки, да? И они просто вырывают, их вырывает. И эта штука ложится, получается, уже у тебя на лобовуху. То есть имеется в виду на дворник, он на тот дворник. То есть лобовуху не трогает. И гнет эти места, видишь? Вижу. То есть ты говоришь про скидку, вот. А-а-а. Я тебе косяк продаю. Ну вот такая произошла проблема за последнее время. Я реально переживал. Ты представляешь, когда вот просто на ровном месте у тебя потек антифриз, не дозакрыл капот, опять же, все на беготне. А он закипел, да, ты еще говорил, да? Он закипел тогда, когда я в Мурманске. Ну как закипел, то есть. Здесь клапан сработал, просто как бы я этого и как бы и даже не видел. Дело в том, что я ехал, у меня просто загорелась зарядка, пропал гур. Ага, это чувствуется. Ну, понятно. Ага. Смотрел на стрелку этого самого двигателя, она вот так вот начинает ползти вот так вот, потихонечку. Ага. Поймал нейтралку сразу, заглушил двигатель. Ну, просто без, на заглушенном двигателе проехал по прямой до отворотки в лес. И там, собственно, заночевал. А когда уже остановился, я открываю, и здесь уже антифриз. Оказывается, я ехал, он уже, как бы, ну, тогда, когда стрелка начала расти, он уже просто сработал. То есть он закипел, но клапан сработал. То есть он просто выбросил лишнее давление с антифризом. Как бы все. Именно этот шланг был не оригинал. То есть я чисто. Мы его купали, потому что у нас здесь была трещина была. Ага. Шланг сейчас вот этот оригинал старый. Вот это от Гольфа. Оригинал. Вот. То есть вот это тоже как бы оригинал. Недавно я только на видео смотрел эту конструкцию, сейчас уже могу потрогать ее. Так, что еще? Что еще? Какой-то ступичный передний или задний подшипник на этой правой стороне. Пока это слабо ощущается, только на маленькой скорости. Вибраций никаких нету. Шум иногда появляется, когда лево-право качаешь двигатель, машину. То есть нагрузка падает, расслабляется. Ну, что мы слышали, да, получается? Да, но я так понял, что это не критично. Не, если по трассе не будет напрягать на сотки, гула не будет. Не будет ничего, не будет. Я говорю, просто говорю, у меня не хватает денег на то, чтобы содержать гольф, поднимать Каен и еще эту машину. Поэтому я не. Ну тут по-любому надо вкладывать, если захочешь. Вот тросик капота. Ступичный подшипник. Ага. Клапанная крышка. Ой, крышка, а прокладка. Опять же, надо пробовать делать раскоксовку. Раскоксовку тебе дать? Будешь заморачиваться? Я, ну, в планах думаю. Но если у тебя не нужно, то... Мне не нужно, пока мне засовывать ее некуда. То есть я тебе дам, попробую. Оптика, все работает, поворотники, ходовые, туманки. Тачка оформлена на меня, повторители, задняя оптика вся работает. Вот видишь, смотри, это Китай, не оригинал. Видишь, красная снизу, полумесяц. Ага. Сверху лампочки нет. Ага. Ты если потом будешь читать, заморочишься, то ее просто как бы туда пока мне не поставить. То есть есть свои нюансы. А почему? Ну, во-первых, лампочки, чтобы были красного цвета и одноконтактные, чтобы горело именно в той же самом манере, как и нижняя лампочка. Это стопак, да? То есть там как, типа в девятке там, да, плата такая идет. Ага. Получается, ты вниз засовываешь, там у тебя горит маленький накал, нить. Верхний совет совсем большая. То есть надо ливочку оставить. Антифриз здесь какой? Красный? Самый лучший, красный. Самый лучший, все по технологии. По салону, пока не забыть. Давай, давай. Работает вообще все. Вот любая кнопка, которую ты касаешься, вся работает. Кондиционер? Блядь, зачем ты спрашиваешь? Кондиционер, мы двигатель вытаскиваем, какой кондиционер? Не, ну она работает. Ага. Лифт у тебя сработает, но нет жидкости.
Я имею в виду, что ну вот эти все вещи... Не заправлены, да? Как, да. Как говорится, не заправлены. Да, мало ли что в дороге, на предохранитель. Предохранитель находится вот здесь. Вот, два язычка, открываешь, там предохранитель. Смотри. Опа, вот, очки, вот это, клад нашелся. Вот это Саня из Мурманска. Ага. Кореш мой. Специально сделал сам наклейки. Ага. И как бы хочу, чтобы ты забрал с собой. Парни писали, если к тебе действительно кто-то будет подходить. Да, 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 возьми, да. В прошлый раз их тут, не хватало тут, очень тут, сильно. Тут немного, много наклеек у нас нет, они реально быстро кончаются. Ага. Но тем не менее, просто они у тебя будут и лежать. Хорошо. Возможности... Так вот же, смотри, я прям мысли твои прочитал. Я у Коли вот выцегонил. Буквально не. Саня сделал. Причем он сделал смотри, здесь качество вот такое. Ну да, ага. Сравни, я хотел просто наши вот такие качества. Ага. А там он сделал ламинированное. То есть, если ты приклеиваешь, начинаешь тряпкой прижимать, ага. То есть здесь стирается, ну так сделали. Причем все, это реально да, дорогие да. вещи. Все, фамилиарити. Поедет по стране. Да. Так, на будущее, вот это зеркало, ты видишь, да, его? Вижу его, да. Левое я поменял зеркало. Сам элемент. Стекляшка. Ну, элемент. Ага. Элемент. Ну, естественно, с обогревом, то есть здесь вот эта жидкость, вот эта желтая, это жидкость. Ну, как на бэхе-то. Там она просто потекла. Угу. Ну, ты будешь снимать, когда ты узнаешь. Угу. А ты не слышал, да, как я у него просил наклейки? Кто? У Коли там, в гараже. Работает. Понятно. Короче, работает все, кроме кондиционера. Ага. А, по поводу коробки передач. Так. Видишь сам селектор, да? Дело в том, что я по скану смотрел. Бывает ошибка именно по самому селектору, то есть он то ли контакт, то ли чиптовый, то ли что-то доходит. Ага. Раз примерно, может быть, в месяц, может быть, два раза в месяц. Ага. Получается так, что ты тачку заводишь, то есть не знаю, ну, у тебя тачка завелась, ты до 1000 у тебя стрелка поднимается, потом потихонечку опускается, сразу Дэнни включает, то есть дождись, пока она вниз упадет. Ага. То есть есть такой небольшой нюанс. На холодную, да? В любом температуре. Все, включай драйв, поехал. Бывает, что ты включаешь драйв, у тебя гаснет драйв на приборке на панели. Не а. Надо вздыхать, не надо вздыхать. Ты так... Не, я нормально. Не переживай, доедешь, я что ты, ну. Довезет до Сан-Франциско и обратно. Я вздыхаю, я не замечаю этого. Короче, да? Коробка падает типа в аварийный режим. Она не видит селектор и падает. Ага. Дело в селекторе. И что делать, если, допустим, такая ситуация? Ставишь мне паркинг, глушишь, заводишь, включаешь драйв, поехал. А, ну обычная, да. То есть не пугайся этого, что мало ли. То есть. Ага. Аварийный режим здесь на четвертой передаче, как я понял. То есть ты тронуться сможешь доехать, просто у тебя будет четвертая передача, все. Вот заливается у нас омывающая жидкость. Пошел, бачок находится вот здесь, вот таким способом, да, вот он. Здесь его не видно. Ну как на бэхе. Он находится здесь. Примерно так же. Так, на нем стоит маленький электромоторчик, от которого идет, ну, два питания приходят, идет маленькая трубка, она идет именно в этом месте, вот здесь проходит, да. И трубка, ага. Она пошла, но, собственно, вот она идет сюда. Вот она, да, пошла? Ага. Вот. Суть такая, что эта трубка с самого моторчика слетела. Так, то сейчас омыватель не омывает, да? Он работает, он жужжит. Ну, если ты ее зальешь, ага. Здесь просто будет вот так в сторону сечь. То, ну, здесь что получается? Я вот если здесь откручу, если у тебя есть, да? Время, если ты можешь это сделать, если тебе надо на дальняк, я говорю, я 4000 проехал в Питере, мне он не нужен был. То есть как-то так. Да не, желательно, что тем более... Ты водой не смоешь. То есть в любом случае это вытирать салфетками надо. Ну, по трассе в любом случае будет дождь. То есть, как таковая омывайка, сейчас не весна, не осень, лето. Ну, он... Слушай, я на бэхе доехал вообще. Подождите. Без бачка, помнишь? Тем прикинь, более. Прикинь, была уже как раз это около нуля, вот это вся грязище, и, блин, как ты же доехал, да? Да, то есть, ну, в идеале, понятное дело, саморезики, колесо выворачиваешь или снимаешь, как-то отгибаешь бампер и достаешь до туда. Вот такая фигня. Ну, попробую. То есть, это надо заниматься. Ну, ты хотел раньше? Хотел. Все. Я хотел его, я получил его. Так, партроников здесь, как ты сидим, там видишь, нет. Есть под них проводка, да, подготовка. Ага. Но бампер, видишь, под замену, ну или под ремонт. Но опять же, ты его будешь ремонтировать, если здесь у тебя отверстие от тюнгурятника. Ну да. То есть, конечно, тюнгурятника вот такая вещь не нужна. Ну, 2500 стоит бампер. 2500? Офигеть. Я думал... А, китайский? Ну, бушный. Так их всех машин, ты знаешь, на разборке. А капот? Не капот не смотрел, честно. Капот, я думаю, подороже, естественно. Все в смазочке медной, да, как у дилера, да, получается? По дилерским технологиям. Рэнджик. Каен в процессе. Все идет своим чередом. Ребята, работает.
по-современному, там, Инстаграм, ВК, Таргет, что там, продвижение какое-то делают. Мишаня тоже работает. Что за направление? Сказал слово, сказал, сам не знаю, что значит. Здесь Гольфчанский стоит. Почему он здесь стоит? Ну, пока я этот видос монтирую, наверное, уже вы будете знать. Пока он смонтирует, мы уже состаримся. Yeah. Шуба. А здесь все, все расчетики, смотрите. Знаменитый киборг. 221 Мерседес, 18 год. Все расписано. Вот она, бэха наша, шишига с нашего канала. Масло, муфта, все вообще, блок розжига, 4500, представляете? Фары. Это гордость бэхи. Вот фары 27, блок розжига 4500. Рейнджика забрал. Бэху, получается, до этого еще забрал. Вот знаменитая печурка. Сколько видосов, да, я смотрел. В том числе вместе с вами. Как Мишаня эту печурку топил. Сколько дров вот здесь, да, лежало даже. Или там в яме. С хостелами определились. Все рассказали, показали. Здорово, Валера. Все спрашивают, где Валера? Я был в отпуске. А куда ездил? В Карелию. Блин, мне там не понравилось. Я ходил домой с первого дня. А где был? Что делал? Райончик Лоухи. Это поселок Сосновый. Понятно. Валер, что там, ты тачку никакую не пилишь сейчас болгаркой? А то я могу помочь тебе, приехал. Я свою ковыряю. Я помню, это Мерса ты мне предлагал, помнишь, когда я приезжал за бэхой? И потом у тебя как началось с ним приключение. То редуктор, то еще что-то, да? Ну сейчас готов за сотку отдать. Понятно. Ну он в разобранном состоянии, да, получается? Ну да, я сейчас смею. А, так ты в таком состоянии за сотку его отдаешь? С подрамником? Не, я могу такой поставить за сегодня. Ага, понятно. Просто, ну, у меня же двигатель постоянно отвелка, типа ось и редуктор. И я купил вчера подрамник усиленный. Ага. Ну, усиленный подрамник, редуктор по оси усиленный. Ага. То есть сейчас, по идее, не должно быть проблем с задней частью. Ну давай ты его прокачивай, потом это посмотрим, может его тоже в Сибирь отправим, ссылку. Коллекция Familiarity. Вода делали из этих, из высоковольтных? Заказ кто-то делал. Да, это прислал чувак какой-то. А, он занимается этим. Я же на Мазду тоже делал. Это просто провод от неоновой рекламы покупаешь и обжимаешь, и вот получается. Что-то метр провода стоит 100 рублей что ли всего. Ну да, там дешево. Я на Мерседес смотрел провода. Силиконовые. И получается, не продается вот именно такой в сборе весь. То есть тебе приходит вот эта штука и контакты. И типа по метру. Сам, да, делаешь? Да, типа сам должен сделать. И видео много, типа как люди сами делают. А я еще в гофру сделал их. То есть этот провод, еще маленькие гофрики купил такие. В гофру засунул вообще, чтобы на века. Провода называются нулевого сопротивления. То есть там вообще, типа, они как-то еще даже лучше. Они разные. Же не везде подходят, по идее. На карбюраторе там свои движухи. А у меня как раз карбюраторная тачка, на которую я делал. На Мазду. Uh-huh. Трехгоршковая. Ты какого года? 91-го. А, так у вас же рядом Япония, да? Да, там получается моновпрыск был, а сделали русский карбюратор, когда приделал. Работает нормально, ничего не пробивает. Короче, я поехал в гараж. Валер, ладно, рад был видеть, давай. Если что, еще рад буду видеть, заезжай. За Мерсом приезжай потом. Как? За Мерсом, да, ты его собери, можешь сначала. Да. Мерс уже на 50 тысяч подешевел. Миш, как? Ой. Какой Мерс? Валерин Мерс, он же, помнишь, когда за Бэха приезжал, он говорит, прямо сейчас за 150 отдам. Говорит, уже за сотку отдает. Да. Как считаешь? Я думаю, доедет? Не надо. Лучше не надо, да? Так, поехали в банк. Денежки снимем. Надо привыкать уже к тачке. Вот она, эта дорога, где можно протестировать, да? Там вон тортик к чаю взяли. Сейчас надо хостел чекнуть, как говорится. Да, так сказать. Да забей. А, или ты на камеру, что ли? Парни, что, тортик куда? У нас праздник, я... Сделку оформляю? Да. Покупка машины? Да. Да, так сейчас, да? Пойдем. Туда пойти? Да, слушай, я сейчас это... Через 15 минут. Видишь? Хорошо, конечно. Миш, моя машина, твоя машина. Ну, катайся. Нет, ты ему включи, Даша, вот тебе деньги. Давай. Прошу обратить внимание, что 10 тысяч рублей мне Миша еще скинул. Я даже не просил, сам человек. А, получается, домкрат покупаю и капот, да, получается? Купи трос, домкрат,
На всю, в общем, вот эту мишуру. Ну, может, аптечку, тушитель, то есть за это да. Изоленту, если что, палец замотать, да, если? Да. Вот, теперь я счастливый обладатель Range Rover. Давай, с приобретением. Спасибо. Тебе огромной удачи доехать, самое главное, до дома. Это пригодится, да? Да, но я бы... Ну, ты рискуешь. Я рисковал тогда, когда я ехал 1000 км в эту сторону, да? Каждый раз, когда я на нем ускорялся, ехал быстрее или кого-то обгонял на обгон, всегда происходила поломка. Когда я ездил потихоньку, ничего не случалось. Ладно, так сказать, я тебе при деньгах, можно это дело и отпраздновать. Давай, выключай видео, присядь, да. Ладно, деньги куда-то спрятать. Что, их можно перебить? Да давай сюда, пересчитывать. А у вас конный хозяин тоже, да? Да какой хозяин, блядь? Куда он хозяин, блядь? Хозяин тут один, блядь. Я Коле говорю, поехали. Выпадите за камеру, помнишь, поехали за фотоаппаратом за 5000 рублей. Мы купили, на обратном пути мы заехали в Игли, взяли диски на Лансер 10. Я говорю, давай на трассе встанем, поснимаем. Ты такой, давай, все сняли, выложим, все. То есть не было такого, что ты что, блядь, сейчас делаешь? Давай сейчас канал замутим, там, короче, будет много подписчиков, такого же никто не знает, теперь не предвещает, ну, правильно, никто же не знает. То есть тут чисто на начале, на том, что возможно получится, возможно нет. Ясно. Знаковый момент такой, сижу, вот договорчик составляю, заполняю все документы, все как положено, расписываемся. И уже сделка, можно сказать, на 100% завершена. Блин, ну я даже не верится мне, что я на этом легендарном месте так это посидел, пописал. Не, ну это для тебя, это обычное. Ух, давайте, на всякий случай, давайте. Ну да, я думаю, это, вдруг что-нибудь запортачу там. Потихоньку попробую, если что пойдет. Я тебе площадку подготовил, так сказать. И ты на эту камеру пишешь? Ну, в том числе на нее, да. Ну, вот то, что там по подвеске, там в подвале, да, когда неудобно. Да, большое. Да, на нее. Так, когда бы я мог представить, что Мишаня у меня оператором будет, снимать меня будет, мои ничего, действия. У меня работает нормально. Крутяк вообще. Ну, что так сказать? Да. Начисляй. Как говорится, готовьте чаёку и погнали, да? Есть такое же, да? Ну, что такое? Мягенькое. Мягенько пошло, да? Угу. Чай вкусный со смородиной. Вообще смородина к чаю вообще нормально так идет, да? Я кофе обычно пью. Ну так, да, по-братски, так сказать. С одной этой. Так. Одно дело делаем. Главное, чтобы торт, чтобы не приторный был, да? Угу. Потому что когда вот этот... Слишком он сладкий, слишком масло какое-то, да? Когда сливок много. Угу. Ну как по 10-бальной шкале как оценишь? Ну, твердая вот такая восьмерочка, если по 10-бальной, так, ну, на 4, если по 5-балке. Ну, нормальный торт. Торт хорошист. Сметана чувствуется? Как-то... Ну, кислинка, так, типа, это получается, типа, сметанка. Так, что там еще на обзорах еды-то как показывают? Вот, смотрите, рыхлость нормальная. Рыхлость тоже в хорошем состоянии. Ладно, пока не переключайтесь. Обзор шашлыка будет попозже вечером. Так, итак, началась подготовочка такая уже к поездке. Сейчас покажу, в чем прикол. Вот этот шланг, видите, его надо одеть на место и как-то на хомутик посадить, потому что он слетает. Цель вижу и двигаюсь к ней. Опа. Вещь. Все, уровень четко стоит. Поплавочек. Похоже на... А, ну это же бэховский мотор. Чекать, потечет, не потечет? Все работает, ну... Да хорош, наверное, это же питьевая, так проверить. Четко, да? Так, ладно, видео выкладываю. Бах. Лайф момент. И ты на Drive 2 выкладываешь, да? Да. Все, пушечка заряжена, да? Какая? Ну, все, видос выложил, да? Да, я обычно проверяю его. Ой, картинка попадает. Все, пошли, 32 просмотра уже, да? Да. И 31 лайк? Ты видишь? Ну я сам себе оставил. 31 себе я сам себе оставлю. Ну, не, ну все равно 30... 53 лайка, 32 просмотра. Ну я, кстати... А, кстати, смотри, да, вот если парни сейчас смотрят, смотри, видно это? А, бывает такое, что, допустим, лайков больше, чем просмотров. Просмотры, они не обновляются каждую секунду, они обновляются чуть позже.
бывает такое, что люди пишут, допустим, что ты, говорит, лайки типа наматываешь. Ну вот как их наматываешь. Ага. То есть именно сам счетчик просмотров. Ну и сейчас догнал, перегнал. Ага, просмотры перегнали, да? Да. То есть тут такая ситуация. Блин, видосик надо будет чекнуть, потом что-то там музыка такая веселая. О, Евгений Миков, вот я с ним встречался в Новосибе. Ну, это с Перми парень, он на фуре катается. Вот, да. Женя, я с ним встретил, он тебе постоянно комменты пишет, мне тоже всегда в видосах пишет, такой прям красавчик. Всё. Ого! На чистеньком поедем, да? Ром, а? У вас воды нету, привозная, там просто на дне было, я помол жопу, чтобы наклейку туда наклеить сейчас. А, давай, я бы так протер, ну ладно, давай. Миш, я уже говорил, надо было это. Ты, который моторы перебираешь, тебе на, как знаешь, вручная сборка есть у Феррари. Тебе надо также свой лейбл придумать, да? И собрано Мишу Яковлева. Сейчас я снимаю. Вот сейчас я снимаю. А что у вас тут? Чекаете комменты, да? Да нет, я хочу видео сделать себе на канал. С Вованчиком. Пацаны просят больше Вована. Вот ну я да. А ты копируешь, да? Да. Так поставь на копирку, поехали. День с Мишей Яковлевым продолжается. Поедем в ГАИ сейчас. Поршик на учет будем ставить. Под кирпич? Естественно. А что ты? Собирайся. Давай. Сюда. Чё, давай. Ты никому не говори, все, что ты? Если ты не ел, то я-то можно. Я-то пошутил. Мы тут с кирпичом сами разобрались. А что, ведет себя прилично. Так, это мы вырежем, да, как говорится? Можно направо, да, направо. Ай, блин. А что ты? Я приехал из Новосибирска, у вас город здоровый, здесь, видишь, одна тропа. Ага. Ты вот куда не едь сейчас, можешь прямо, можешь налево повернуть, ты все равно выйдешь в город. Все, в город возможности, да? Да, поехали. Там наверху, где фура, видишь? Ага. Там подтек антифриз. Я сразу остановился. Руками помахал, заправка снизу. Поехал здесь накатом, и вот где-то вот в моменте, где остановка, ехал по крайней правой полосе, и там комар открылся просто. Все. Блин. Бывает. И что, так ты не? Как обычно. Ну, страшно, на самом деле. Он здоровый еще, знаешь, вау, так до тебя, такой, что-то ложится. Ты на клее не видел такой? Ага. Крышечка маленькая такая, чик лежит. Да, с свистом там. Да. А давай, пацаны, удачи по жизни. Академика. Живого академика встретили в Кировске, видели?